Друзья, всем привет! Вы на канале Epic Board Shop TV. У нас сегодня в обзоре замечательные сноуборды от компании Jones 18 сезона, Mountain Twin и Ultra Mountain Twin. Для кого не секрет, что все производители сноубордов стараются сделать максимально универсальный сноуборд, который можно будет использовать абсолютно в любых условиях, начиная от жесткой трассы, заканчивая глубоким снегом. И у Джонса на сегодняшний день гигантская линейка универсальных сноубордов с разной геометрией, жесткостью. Но я хотел бы выделить два наиболее популярных сноуборда, которые вот уже не один год остаются эталоном универсальности, по крайней мере у компании Джонс. Это Mountain Twin и Ultra Mountain Twin. Давайте начнем с классического Mountain Twin и разберем его поподробнее. Самое главное, что мне нравится в этом сноуборде, что здесь в основе лежит кембер. Кембер underfoot. Это значит, что между закладных у нас идет кембер. И это, собственно, дает достаточно хорошую стабильность. Это дает хороший щелчок, хорошую дугу на трассе. От закладных уже начинаются зоны рокера, которые также хорошо позволят нам чувствовать себя в глубоком снегу, в пудре, дадут определенные универсальности. Она имеет геометрию Directional Twin. Это практически True Twin. Единственное, что определяет здесь Directional, это то, что закладные, они немножко сдвинуты назад. Setback здесь 2 сантиметра. У модели Mountain Twin используется сердечник Mountain Core. Это сердечник из двух пород дерева, тополя с бамбуком. Достаточно небольшой вес, при этом хорошая отзывчивость. В качестве усиления здесь используется Triax Fiberglass, то есть стекловолокно, положенное под углом на 45 градусов. Mellow Magnet Traction, дополнительные контактные точки, которые дадут стабильность на плохом рельефе, на льду, задутошах и прочее. Опять же, короткий blunt nose даст определенный комфорт как и в парке, то, собственно, так и в глубоком снегу в горах. Жесткость выше среднего, то есть это действительно хороший такой боевой сноуборд. Скользяк на данном сноуборде Syntra 7000, это достаточно хорошая такая база. На доске Mountain Twin можно чувствовать себя комфортно практически во всех условиях, которые мы можем встретить в горах. Хотите кататься в парке, пожалуйста, без проблем. Хотите проехать по трассе с хорошей дугой, стабильностью, без проблем, Mountain Twin. А если вы захотите пойти от подъемников 10 километров в елки, в снег, в пудру, пожалуйста, Mountain Twin для этого тоже подходит. Но лучше Mountain Twin, наверное, будет Ultra Mountain Twin. И сейчас я про него вам тоже расскажу. В чем же отличие Ultra Mountain Twin от классического Mountain Twin? Во-первых, разница в сердечнике. На Ultra Mountain Twin используется Power Core, а на классическом Mountain Twin используется Mountain Core. Power Core это сочетание трех пород дерева: тополя, павловнии и бамбука. Следующее отличие в Ultra Mountain Twin, что тут используются карбоновые стрингера. Собственно, карбоновые стрингера, они как раз увеличивают торсионную жесткость сноуборда. У модели Ultra Mountain Twin отличается скользяк. Здесь используется Syntra 9000 с добавлением углеродных волокон. Ну, конечно, он плотнее, быстрее. Ultra Mountain Twin получает второй раз Goodwood в этом сезоне, как универсальный сноуборд. Более подробную информацию вы можете посмотреть у нас на сайте epicboardshop.ru. Ну, а с вами был Epic Board Shop TV. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!